Это описание черного защитника прямо на молитву какую-то похоже. Ну да, чтобы твои драгоценные улучшения не сгорели. Есть трансляция? Да, есть, живет. По-моему, в комиксе Лори должны были звать Синтия, но я даже рада, что ее зовут Лори, потому что Синтия такой себе имечко. Токсичная Нея. Ну ладно, чего. Остальные вроде норм. У Мэг тоже покупная прическа. Что это она переодевается? Нифиг. Слушай, эфир, ты сейчас пришла, когда Мэг переодевалась в белую юбчонку. Вот буквально. Ладно. Привет. Привет. Присоединяйся, у меня тот самый заход сейчас будет. Ну ладно. Слушай, тебя Мэг призвала. Походу, она реально приготовилась для эфира, либо для Занизы. Она в белом. Иду на прогулку с радужными аддончиками. Не знаю, что из этого выйдет, но посмотрим. Макмилла, неплохо. Наверное, я сейчас народ напугала своим подношением. Леня, дядя Витя призвался, нифига. О! Дядя Вить, ну тут это, да, присоединяйся. Привет. Привет. Я пошла выгуливать Майерса с розовыми аддончиками. Ты взяла мементо? Я взяла клок волос над гробием. Суров бутон соль жопы. И черного защитника. У меня 4 черных защитника, поэтому... 4 раза инсульт жопы? 5 раз. А, 5 раз, да. Это страшно, когда тебя Майерс может мементить, когда ты здоровый, блядь. Нам сегодня такой Майерс попался, это пиздец. Мы ему, правда, в лицо загенрашили, но у нас потом всех отпиздили. Ну, я надеюсь, на моих рангах все-таки такого генраша лютого не будет. А у нас тоже мементы, кстати. Боже! Боже! Что это? Он двигается даже еще медленнее, чем обычно. Да, он очень медленно двигается. Не заслужил. Поэтому кушай. Ну и чё ты на меня своими пальцами показываешь? Ты ему сейчас ролики просто приделаешь, он полетит. Схи убили с моментом, блядь. Еще и на ферме. У нее все, ох, да. А она нормальная вообще, да? Чего? Отвлекается от других. Ну, как бы на нее же смотрят, нет, ничего. О, у меня паук сработал. Она что ли моя одержимость была? Что паук делает? Ну, ладно, я теперь хотя бы более-менее нормально хожу, и то хорошо.
наверное, уже почти все. Кстати, она моя одержимость. Отлично, Мэг в белой юбочке. Мы поняли, поняли. О, отлично, у меня паук на максимуме. Тебя полюбуюсь. Кладетка. Я от вас не отстану. Мне кажется, сейчас кто-то разжиреет. Паук на максимуме. Мне хорошо. А где кладетка? Зато все. Потом. Ну, все, ой, иди давай по жопе. Прессер. Чтобы просто прессер. Ей! Земля пуха. Все, пока двоит. Вот, там еще в ногу у меня гент чинят, прям под моим мементо. Прям перед твоим моментом. Ой, Мэг, ну, извини. Ой. Ой, ну, полежать, ладно. Это, ну, ладно, повисешь немножко, чё. Снимут же. Ну, зато сейчас на неё придут и... Просто двоится никто ничего. Здорово, миленько. Это ж реально пипец. Сейчас от меня будут явно прям дико шкериться, да? Ну ладно, потеряем тебя. Что-то ей не везет. Не могу ее схватить нормально. Ну, оставила бы ее валять. Один удар.
подъем только. Привет, Клодетка. Ну я походу все, я не заслужил стрелы. А никто не заслужит. А я знаки сделаю. Так. Два. Уже все. Теперь еще двое. Ох, какая медленная. А, вот ты где. А, тут просто. Одержимость с тобой не активировалась. Это печально. Давай. Какая жирная! Ай. Блин, ну почти. Это совсем токсиком. А та, наверное, к люку побежала. Ну да, и вещи. Где-то он тут вот был как раз. А смысл? Что? Кто отключился? Та самая, которую я отменила. Ой, ну чувства токсика были задеты. Ну я каплю потеряла. Да, моя одержимость в итоге убежала. Ладно, трое отмеменченных, хоть и засчиталось только почему с этим ливнувшим. Хотя, блин, ливнуть уже после. Ну, я же говорю, ты оскорбила чувство токсика. Ну ладно, мне понравилось. Потом еще схожу. Немножко не набила дейлик. Попробую сходить уже без такого ядреного билда. Вот так. Эти отдымчики можно потерять.
вас трансляция, что ли, вырубилась или как? Ну, меня не это. Не заслужила. Ну, она зависла на какое-то время, а потом отвисла. В принципе, да. Я отойду. Ханэ явно собой пожертвовала специально, чтобы та спаслась. Потому что когда они там вместе были, то рукой маячила ей. Барбекюшка пускай. Блин, паук это вообще тема. Надо учиться им пользоваться правильно. И да, как я счастлива, что за ту игру потеряла каплю. По-моему, да, когда вот этот вот комбинацию используешь, по сути, ты никаких особых действий не выполняешь. Всякое там повешение. Преследование и так далее. И поэтому очков мало набираешь. Зато весело. Ну, тебе да, сурва мне очень. Боль везде. Говорит человек, который сам бежит на Мементо Майерса. Но это другое. Да-да, конечно. Давай лучше поговорим об этом наедине. Детки, кажется, уже все. Кто у нас тут чинит? По сути, одному заменить, и дальше уже будет. Ой, ты же у нас не удержим, получается, да? Давайте. Иди ко мне, моя прелесть. Одержимость вроде нельзя пить, чтобы больше шутного. Да. Уже 2 жетона набрала. Фига ты не спитах. Приятнее, меньше. Останутся жетоны. А что два там так не везет? А вроде нет. Ну ладно. Зато я сделал. Вот как сразу-то упало накопление. Кстати, вроде активный паук.
хотя Двайта я убила. Не знаю, там вроде в описании было написано, что типа после смерти одержимости эффект два. Не знаю. А, ну вот тебе по удару, после удара. Я-то отмементила, получается, но удар не наносила. Так, ушел. Ухай. Что ты мне тут чинишь? А, не, не раз. Представляю, с тремя жетонами и наедом максимально бегать. Будешь носиться. Это шкаф на роликах. Чё ты тут присел, дед? В принципе, я ещё могу одного, наверное, заменить, и тут нормально. Тебя, дед, может быть. Хочешь? Ладно, дед, кажется, тебя спасло от мемента окно. Прям перед Туайтом. Нет, наверное, уже не успею, да? Кстати, кто-то тут еще не собранный остался. Выходи. А это его снимали? Да, да. Окей. Ну ясно тогда, чё. Да если Суру сняли с крюка, он залез в шкаф, его уж вообще не трогал. Что у него осколок. Я тоже сам таким грешу. Так что... Опа! Опа! Случайно, под руку попалась. Да. Ну, по-моему, все, больше ни на кого у меня третьей стадии не хватит. Уже не наберу ни на кого. Значит, просто
ходим и фигачим в пешем режиме. У них ники одинаковые. А, вот ты где. Перехитрили. Ого! Посмотрите на ранги. Я вернулась. Я сейчас, оказывается, вынесла пати, судя по одинаковым никам. Зеленых и фиолетового. Оф! Мое уважение. Офигеть. Ну, да. Вот это вот... Страничка прям хорошо помогает, потому что этот кусок надгробия тоже требует очень много времени для накопления.